Всем огромный привет моим подписчикам, тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами поговорим об очень интересном новом продукте на нашем рынке. Это бюджетный набор для скульптурирования, контурирования от Maybelline, называется он Master Sculpt. Я постараюсь сделать для вас полноценный обзор, расскажу о своих впечатлениях, в общем-то, о продукте, что он из себя представляет, и постараюсь подвести итоги, стоит он своих денег, стоит ли его покупать или нет. Если вам интересно, то оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Вот так выглядит сама палетка скульптурирующая, в общем-то, достаточно лаконичная и красивая упаковка, для Maybelline очень даже круто выглядит, написано Master Sculpt. Я думаю, что читается Master Sculpt, это вот для всяких англолюбов, языкофилов и всех остальных, кто делает всякие замечания по поводу того, как блогеры говорят. У меня 0,1 оттенок, light и medium. Когда я покупала этот продукт в Литуале, был только этот оттенок, потому что, в общем-то, если был бы 0,2 потемнее, я думаю, что я выбрала бы его. Значит, здесь 9 грамм. Что сказать по поводу качества самой упаковки? Для бюджетного, для масс-маркета выглядит вообще круто. Еще бы она вот как бы не тряслась что-то внутри, но я подозреваю, что это кисточка. А так, в общем-то, сделана добротно, очень качественная упаковка для масс-маркета. Здесь внутри вот такой вот кругляшок, разделен на две неравные части, то есть две трети это контур и одна треть это хайлайтер. Они даже подписаны, чтобы никто не перепутал. Здесь есть второе отделение с зеркальцем полноценным, большим, в которое реально можно накраситься. В нем все прекрасно видно, но хорошего качества. И здесь спрятана вот такая вот кисточка. Кисточка очень приятная, очень хорошая, но о кисточке потом поговорим с вами. Что касается непосредственно самого контура. Он у нас вот такого вот оттенка, если видно. Вот. То есть, в общем-то, на моей достаточно не сильно загорелой ручке, но все-таки загорелой, его я не скажу, что очень видно. Он достаточно плохо пигментирован все-таки. И имеет очень теплый оттенок на грани с рыжиной. То есть я не назвала бы, что он рыжий, действительно, вот прям рыжий-рыжий. Но есть как бы к этому тенденция, он теплый, я думаю, что на белокожих девочках с холодным подтоном кожи он будет все-таки смотреться странно и не очень хорошо. Я думаю, что этот оттенок подойдет для девочек достаточно светленьких, но все-таки с теплым подтоном кожи без синевы. То есть достаточно ограниченная палетка в применении в этом плане, оттенок не универсальный, он не холодный. Далее пигментация, я уже говорила, не очень. А следующий пункт, что касается непосредственно нанесения этого продукта, сейчас я нанесу на себя, да, у меня сейчас нет никакого контурирования на лице, в общем-то можно было отмазаться, что я такая модная в тенденциях моды, сделала на лице стробинг, но у меня и хайлайтера тоже нет, чтобы вам все это показать, продемонстрировать. Я думаю, что мы будем наносить и вот такой вот кисточкой, собственно, на которой я обычно наношу контурирование, и будем наносить также кисточкой из набора. Что касается моей кисточки, то когда я ей набираю продукт, то он не пылит. Вот, собственно, на одну половину лица я сделала сейчас контур, чтобы вам показать своей обычной кисточкой. Сейчас на вторую половину лица нанесу уже с помощью вот этой вот кисточки из набора. Сразу хочу сказать, что кисточка из набора, конечно, когда ей набираешь именно контур, она начинает пылить. То есть она очень, конечно, дербанит хорошо продукт. Я нанесла уже темный оттенок на все лицо, и чтобы получить реально адекватное скульптурирование на лице, мне приходилось наслаивать оттенок. То есть у меня на лице несколько слоев сейчас скульптора. На скулах, на лбу. Нос я не сильно контурировала. Общий вывод по темной пудре корректору, по моему мнению, этот продукт достаточно спорный. Во-первых, он не подойдет всем девушкам, то есть он достаточно светлый, не пигментированный, он не подойдет темнокожим девушкам, таким как я. С другой стороны, не подойдет светлокожим девушкам, очень светлокожим и с холодным подтоном кожи, потому что он будет очень странный, народно смотреться на лице и, возможно, даже рыжий. То есть я бы его отдельно не советовала как продукт. Хайлайтер достаточно приятный, очень хорошо пигментированный. Вот он у меня хайлайтер. Достаточно приятный, шелковистый.
Мне он сразу, говорю, понравился. Объясню, почему. Во-первых, он достаточно приятный, шелковистый, как я уже сказала. У него есть, конечно, блестки отдельные, но эти блестки на лице не видно. Я сейчас нанесу на лицо, мы с вами посмотрим, и уже придем к окончательному выводу. Так как никакой отдельной кисти хайлайтера у меня нет, я буду носить вот этой вот кистью. Кстати говоря, она очень удобна тем, что с ней очень хорошо сходит продукт, и я думаю, что она синтетическая, поэтому вы можете с помощью одной вот этой кисти универсальной и пользоваться контуром, и пользоваться хайлайтером. Над губой и на второй скуле у меня будет нанесен, точнее он нанесен уже, NARS Copacabana. Я нанесла уже хайлайтер, доделала свой макияж. Что хочется сказать по хайлайтеру? Мне он понравился, и вот сейчас сравниваю его с этой стороной, где у меня на скуле NARS, а здесь у меня хайлайтер Maybelline. Я особой разницы в 1500 не вижу. Да, NARS более влажный, этот более шиммерный. То есть NARS менее заметно на лице, как что-то инородное. Этот, конечно, все-таки более заметен, но... Допустим, если вы любите больше шиммер, а не влажный эффект, то, возможно, вам этот даже подойдет больше. Но мне он нравится. Что касается кисти из этого набора, кисть, она явно синтетическая, она хорошо набирает продукт, хорошо отдает продукт. Единственное, что она очень сильно шкрябает продукт, и он из-за этого пылит. То есть нужно быть аккуратнее, если вы будете пользоваться этой кистью. При этом она очень удобна, универсальная в работе. Можно и контур сделать, можно и подсветить лицо, используя хайлайтер. Кисть достойная, в общем-то, здесь. Что касается цены данного продукта, стоит он без скидки порядка 600-650 рублей. Я взяла в Литуале на скидке со скидкой 50%. То есть он обошелся мне порядка 300 рублей. Из этих 300 рублей меня удовлетворяет полностью хайлайтер, я им буду пользоваться, мне он понравился. Меня удовлетворяет, в общем-то, и кисть, и хайлайтер можно ей наносить, мне она нравится по качеству, сделана она добротно, она не линяет, не оставляет волоски на лице, она достаточно мягкая, не шкрябает мне лицо. Единственное, что да, она при таком вот неаккуратном... набирании продукта, если можно так выразиться, она шкрябает сами две эти пудры, но что поделать, на солнце бывают пятна, особенно за 300 рублей. Скульптор в этой палетке достаточно неоднозначный, я бы ее именно из-за скульптора не брала бы. В общем и целом, за эти деньги, за 300 рублей, я не считаю, что это какая-то лишняя покупка в моей косметичке. И скульптором я сейчас стараюсь пользоваться, потому что, в общем-то, мне вот этот вот эффект достаточно легкого контурирования нравится. Мне мой оттенок кожи позволяет, на мне это все не режет. Пользуюсь активно сейчас этой палеткой, но, естественно, я пойду в ближайшее время покупать нормальный, адекватный скульптор для каких-то вечерних макияжей, потому что, ну, вот на вечер это никак не годится. В общем-то, вот и все, что я могла вам сегодня рассказать про данный продукт. Если видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также напишите мне, пожалуйста, в комментариях, пробовали ли вы данную палетку для скульптурирования, понравилось, не понравилось, ваше мнение о ней, какие самые любимые скульпторы и хайлайтеры у вас. Все, всех вас люблю, целую, до новых встреч в следующих видео.